Можно добавить лук джусай. Вот он какой хороший, свеженький лук, чеснок. О джусае у меня много видео. Заглядывайте, смотрите, что это за интересный лук, чеснок. Он и украшает участок, сад, и кормит. Но у меня еще есть на 29 сентября вот такой вот лук, лук-батун. Я его тоже использую для зимы. Уже часть собрала, заморозила. Свежий, вкусный, аппетитный и полезный. Добавляю я эти две разновидности лука в перчик. Уже протушила его хорошенечко. И также добавлю петрушку и заморожу. Использую я красный перчик болгарский, мелко его нарезала, протушила, он уже холодный. Добавляю лук, все перемешиваю. По желанию можно добавить соль. И все это заворачиваю в порционные пакетики. И замечательная приправа к супу, к борщу, ко вторым блюдам, к мясу. Очень вкусно и аппетитно. И покажу, как замораживаю. Вот такие порционные пакетики отправляю в морозилку. А зимой просто нарезаю нужное количество. И вот он лук. Лук-батун, лук-джусай и петрушка. Готова ароматная приправа. А как замораживаете вы приправы к первым и вторым блюдам? Поделитесь. Жду ваших откликов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, буду рада. Екатерина Молдова.